Всем привет! С вами Артём! Да, это я в очередной раз. Сегодня мы будем играть. А что же мы будем играть? Конечно, в стендов. Что я медлю? Не терпится уже в стендов сыграть. Давненько я в него уже не играл. Могу даже показать свой инвентарь. Да, вы можете сейчас спалить мой ID. Но, в принципе, да. Это не так уж и важно, если вы не скамер. Меня уже один раз заскамили. Хотя у меня не было никаких читов. А я недавно узнал, что читеры могут скамить. Ой, не скамить, а банить. Обычных невинных игроков. Якобы у них читы. Будто бы разрабы. Вот, собственно. Вот, кстати, хочу продать. Из Gold Pass выпало. Я разыгрывать ничего не буду, потому что я, в принципе, не знаю, как, к сожалению. Поэтому... Применить. И вот это, думаю, тоже. Так. Это я уже он. Прикольная колба. О, знаете что? Где мой, которая выпала из кейса? Каст наклейка. Мне это из бокса, из кейса выпало. Прикиньте. Хо-хо-хо. И, кстати, это мне из бокса выпало. Я хочу найти что-нибудь с очень дорогой наклейкой. Так. Давайте мотаем. Оп, что интересное? А, не очень. Мотаем. Стоп. Красиво. Правда, у меня голды нет. Ладно, давайте в каточку. Чё? О, я знаю. Так. Задание, где у нас там? О, всё, вот. Главное сейчас против софта не попасться. А. Провинция. Это как? Прикольно. Ну, давай. Давайте я погромче сделаю, мои подписчики. Блин, жалко, вот этот баг со стаканием не работает. Если у вас еще нет обновления, то вы, смотрите, покупаете оружие и вот так вот стакаете. И с некоторым шансом... Вот. Короче, вот так вот надо делать. Пока, походу, это нереальный, потому что, блин, сами видите. Вот так вот, ну... Да. У них такая вот ауткаст. Ауткаст, то есть. Ладно, давайте попробуем повторно. О, капец уже вообще. Ладно, подписчики. К тебе. Либо к тебе.
Не, идите нафиг. Так. Лобби. Союзники. Провинция. Играть. Погнали. Тянули? Записал видео? Нет. Записываешь сейчас? Надеюсь, это будет нормально. О, походу нормально. Так, что взять? Да, возьму свои М40. Это или это? Ладно, возьму это. Блин, я правда не мастер с М40. Но все же что-то могу сделать. Оп. Тычка-нычка. Ультратычка. Пришел сразу. А этот думает, то, что ему все поверят. Ладно, давайте в этот раз так 9 возьму. И хае. Некоторые называют его хае. Все по-разному. Я отлично называю хае. Хуа. Обожаю свои кукри. Правда, раньше там-то был. Правда, я ради друга продал его, чтобы отдать ему голду, гады. Крысу. Я думал, их там не будет. Ну и что этот сделает? Одного убьет. Стреляют вообще фиг знает куда. Ладно, хотя бы пытается. Ладно, что? Я уже давно так-то видео не выпускал. Такая вот, да. Хопа. И все. Опа. Крыса сзади обошла. Блин. Я придумал. Я буду сидеть тут, а он будет там. Понял? На, флешку покушай. Все. Первый раунд затащили нормально. Хочу тогда взять. Выпадание из кейсика. Даже значок Fable нарисован. Спасибо. Ладно.
Чё? Чё этим творит? Топ. Ты топ, вообще топчик, лучший просто, братан. Братуха, братва. Вообще. Я думал, ты не затащишь. Правда, у меня еще калибровка, потому что мой друг уже... Так и думал, то, что сейчас будет. Блин, зачем я стоял, если я видел эту флешку? А я проверю. А я все равно проверю. Ну, привет. Ты думал, я тебя не буду тут ждать? А? Ты думал, я не буду тебя тут ждать? Нет. Я тебя ждал. Фу, на этот раз... Ну да. Буду его тут ждать. Буду ожидать его вот тут. Опа! Ха-ха! Ну что, нечего крысить. Паркур мастер. Блин, да что сегодня? Так... Блин, дурацкое оружие, надо взять калаш и тащить. АКР. Динаминатор. Думаю, достаточно. 22%, в принципе, нормально. Если что, тима я на рандом выбрал. Ну, привет! Не ожидал, да? Потому что нечего! Крысу, блин, нифига я меткий! Когда не надо. Ай. Блин, боже, он играть умеет. Блин, ну хотя немного он кило сделал. Ну мало. Мало. Ладно. Что с тобой делать? Кстати, посмотрите, в 7-м сезоне не обновили вот это вот. Не обновили. А я думал, обновят. А то, когда я с 5-го начал играть, с конца. Буквально 3 минуты до конца оставалось. Так и думал. Боже, как... Чё за тим? Вообще пофиг. Дроба били. Так я тебе и поверил. Ладно, хотя бы килл сделал. Ай. Ладно, что? На Б. Да на Б! Блин. Я тебе... Опа-на! Опа! Вот так и думал, то, что он такой... А, понял. Так и думал, то, что ты сейчас сольёшь. Буду тебя тут ждать, гадина. Боже мой. Ой.
Тихо. Он оттуда выходит. Фу, какая фигня. У меня такая же есть. Фу, какашка. Капец, я двоих дофига. О, кстати, забыл на деревню. Хорошая. Класс. Ну, гений М40 взял. Боже. 3 минуты у нас. Нафига он тогда вообще авик взял? Капец. Тим играть хоть умеет. Хоть. Я боюсь. На. Минус. Сейчас оттуда выйдет. Чувствую. Так, тут нет. Нормально. Сколько у меня? 9 киллов. Ну, кстати, хорошо идем. Так, о, эпик выпал. Вместо статрековской иерархии. О, нормально, один бочек слился. Хотя наоборот. Ну привет. Гений. Столько тут уже стоял. Ты что думаешь, я буду ждать, пока ты пройдешь там? Блин, нафига я это взял? А кстати, да. Нафига. Ладно. Погнали. Ай, блин. Что, нежданчик, да? Пу-пу-пу-пу-пу. От его лица это было видно, если что. Капец. Вот он дурак. Тихо, я отхожу. Не понял. Ну не понял. 8-6. Калибровка выиграла Сильверов. Я помню, мы 8-2 победили. На... У моего тима был первый Сильвер, а у врагов был третий и второй. И мы так победили, хотя у меня опять же калибровка была. Ладно, давайте сейчас соберу быстро награды и уже будем прощаться. Хороший был видос. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока-пока.